Ух, какая аппетитная клубничка. Итак, всех приветствую, дорогие друзья, на канале. Продолжаем развивать сельское хозяйство в поселке Elm Creek. И я вот, как вы видите, взял в аренду вот такой вот интересненький такой прицеп, да, вот рефрижератор. Вот, для того, чтобы наша клубника, там, помидоры или что-то в этом роде, да, вот, сохранились в целости и сохранности, вот. И с помощью него мы будем перевозить ее на продажу, да, вот, или на какое-нибудь производство, да. Сюда вот вмещается где-то, ну, вот, около 16 поддонов, в общем-то, да, вот, ну, больше, в принципе, и не уместишь, вот. Итак, так, давайте-ка закроем будочку. Так, так, еще сейчас чуть-чуть надо вот или назад сдать, или вперед выехать. Давайте-ка выеду, наверное, вперед. И надо будет сейчас. Так, давайте-ка, наверное, машину я поставлю вот сюда вот, да, вот. Как вы видите, я купил еще 3 теплицы, да, вот, и поставил еще 3 теплицы в ряд. И у нас вот, смотрите, вот вовсю тут, короче говоря, вот сейчас произвелось вот клубники, помидоров. Салатики тоже пошли, но они, правда, вот медленнее у нас растут, да, вот, ну... Здесь, говорят, в регионе они дороже всего стоят. Так. Ну, имею в виду по части тепличных товаров, да, вот. Вот. Так. Давайте-ка вот так вот положим, да. Так. Ага, все. Смотрите-ка, уместилось. Так. Надо будет тоже вот открыть. Так. Багажник имею в виду. Так. Вот. Ну, чтобы, имею в виду, вот все прям уместилось. Смотрите-ка, сразу опять накидали. Так. Ну, в общем-то, я думаю, в этом году клубники будет много. Вот, так. Примерно так вот разместим, да? Так. Ну, я вот думаю, вот в ряд вот по 3 ящика, наверное, вот так вот поставим сюда вот в машину. Вот, и так вот будет классно. Так. Ну, нормально. Так. Ну, я думаю, наверное, еще вот мы это не один рейс, наверное, сделаем, да, вот так. О, как стало, да? Неплохо, в принципе, так. Ну вот, у нас вот теперь будет сегодня вот первый такой небольшой доход, да, вот от теплиц. И таким образом мы будем... Этот вот небольшой доход у нас будет, он круглый год, вот, да, вот, зимой, вот, главное вовремя воды подвозить, кстати, воды. Так, вода, в принципе, пока в теплицах есть, хотя можно еще, конечно, пару рейсов сделать, да, вот. В общем, я смотрю, клубники у нас завались, да, вот, хоть, так. Так. Так, здесь получается помещается 3 на 3. 9 поддонов всего лишь. 9 плюс 16, 25 поддонов. Ну, 25 поддонов мы, короче говоря, вот сможем повести, да, вот так. Так. Во. Так, и я еще один поддон. Так, остается потом 1, 2, 3, 4, 5. Да, вот. Так, 5 поддонов.
Ни туда, ни сюда, получается. Ну, ладно, если что, вернемся, может быть, догрузим, довезем, да, вот. Так. Вот так вот. О, классно, да? Смотрите-ка. Так, вот, не знаю, может быть, еще докинуть? Ну, ладно. Все, все нормально, хорошо. Так. Так, закрываем. Так. И куда вот можем отвезти мы клубничку? Так, клубника, клубника. Так, клубника у нас дороже всего стоит в продуктовом рынке, но правда цена снижается, да? Вот. А нет, вот. Ресторан красномраморный боулинг. Вот туда вот как раз, там как раз таки вот требуется клубника, да, вот показать колебания цен. И смотрите-ка, она вот сейчас еще вот пока так вот себе растет, да, вот, ну еще немножко упадет, но самая максимальная цена будет в феврале. Так, в феврале это надо будет взять на заметку, да, вот. Так, вот что интересно, вот мне нравится так. Клубника вообще вот будет стоить вот в феврале, вот стоить она максимальную цену. Так. Ладно, мы сейчас вот, как говорится, поедем в красно-мраморный боулинг. Так, поехали. Тут не обращайте внимания, просто через триггеры проезжаем, да, вот там, как говорится, воду только принимает этот триггер. Так, сколько кубов у нас всего? Так, 3750, да, в общей сложности мы везем. Так. Это в общем или только в машине, интересно? По-моему, в общем. Красота, осень. Листья желтые, да, такие вот. Вот с вот этой стороны вот красоты, да, вот осень мне, конечно, нравится, да, вот. Но погоды только не нравится. Дождь, слякоть, все такое прочее. Вот. Он чуть не помешал нам это, подсолнечник собирать. Ну, сейчас у нас вот, мы вот как раз мимо проезжаем нашего... нашей маслобойки, она сейчас вот вовсю работает, да, вот. Оп-оп-оп-оп. Так, стоп. Поворот пропустил. Так, надо было вот здесь вот налево повернуть. Да, за разговорами пропустил поворот. Так, вот, вот здесь вот надо было нам повернуть налево у магазина. Так, вот. И вот здесь вот, знаете, вот мне вот попалось одно интересное объявление. Вот. В прошлом году вот здесь вот в этом регионе отдыхала одна семья, да, вот с ребенком. Вот. И ребенок, ну, с ребенком, само разумеется, взяли вот кое-какие игрушки. Вот. И вот где-то вот
в каком-то месте, вот, ну, бывали они, в общем, здесь везде, да, вот, и вот в итоге они растеряли игрушки, да, вот, в форме там различных животных, да, вот, там всяких овец, там коров, да, вот. Поговаривают, что это эти игрушки такие вот коллекционные, да, вот, и вот в объявлении говорится, что нужно вернуть вот каждой игрушке вот по 10 штук, да, вот, и вознаграждение за это по $1000 за каждую игрушку. Ну вот непонятно, зачем, почему, вот как-то автор объявления, вот, короче говоря, он остался анонимным. Надо просто вот собирать, отправлять ему по игрушке, да, вот, который нашел, вот, да, вот. И в итоге получается, и он тут же на карточку присылает вознаграждение. Одна игрушка, $1000, да? Ух ты, мячик лежит. Так. С собой забрать, что ли? Ладно, пускай лежит. Так. Ну что, здравствуйте. Будете покупать клубнику? Да, да, да. Так. Ну, в общем-то, я такой вот небольшой идеей загорелся, да, вот, может быть, если что, вот, найти вот эти вот игрушки, да, вот, и если что, вот, ну, почему бы нет, дополнительный доход. Так, давайте-ка разгружайте-ка сначала автомобиль. Так, 389. 346. Так, 346. 389, 346, 346. Так, закрываем. Давайте-ка посмотрим, сколько у нас получилось. Так. Ну, в общем-то, вот продали на $1081, да, вот. Ну, неплохо, в принципе, да, вот. Вот так вот потихонечку возить, да, вот. Продавать по чуть-чуть. Я думаю, мне вот, в принципе, приятно. То есть, вот, иметь, так сказать, такой вот ежедневный, да, ежедневный, вот именно что ежедневный, такой вот небольшой постоянный доход, вот. И тем более, вот, так сказать, тут, конечно, вот клубника вот так вот ценится, особенно само, разумеется, зимой, да, вот, потому что зимой как-то кому неохота вот ягод, да, вот, ну, ягоды вот клубника, она вот сами знаете, вот портится, да, вот ее не сохранишь никак, если только засушить, да, вот. Ну, это уже вот, как вы знаете, это как-то не то, да, вот. Ну, а вот у нас теплицы, да, вот теплицы, и у нас вот ягоды круглый год, вот. Ну, в общем-то, неплохая такая вот, неплохой род деятельности у нас вот будет всю зиму. Но это вот так вот отвезти, продать, да, вот это на досуге самый раз вот. Так. Ну вот тут вот постоянно вот лихачи какие-то ездят, молодежь, короче, это, да, вот правил не соблюдают, подрезают там, в общем-то, короче говоря, вот лётают, да. Ну и я могу летать, смотрите-ка, 120 км в час. И это несмотря на то, что у нас за спиной прицеп. Да, увлекся, и я опять проехал свою ферму. Так, ладно, разворачиваемся. Так, вот она, наша фермочка. Так. Так, трактор я поставил
под навес, немножечко там внизу поковыряться, все такое прочее, да? Так, давайте-ка пока здесь отцепим, да? Вот. У нас просто-напросто есть там вот еще вот клубника, да, вот мы сейчас вот остатки догрузим. Там буквально вот какие-то 6 поддонов, да, вот. Так. Так, в общем-то, остальные 6 поддонов накидал, что-то получилось, как попало, да, вот. Ладно, сейчас мы по-быстрому тоже слетаем, да, вот. И я думаю, наверное, это помидоры, да, вот, и салат, наверное, может быть, тоже продадим, да, вот, почему бы и нет, в принципе, да, вот, ну, раз такое дело. Так, надо будет посмотреть, конечно, что у нас это в цене. Вот. Помидоры, кстати, между прочим, они должны быть подороже, чем клубника. Клубника самая дешевая, вот, а самый дорогой вот из тепличных товаров тут в регионе салат. Вот. Но салат, к сожалению, как вы заметили, это, наверное, скорее всего из-за того, что он долго растет, да? Вот. Ну а клубника у нас такая вот скороспелая, да, вот она быстро поспевает, да, вот, и поэтому вот, ну, не так дорого в цене, да, вот, но все равно ценится, вот, особенно зимой. Так, ну это мы пока, так сказать, пробно, да, вот, продаем, вот, то есть, чтобы потом это... распробовать, да, вот, людям. Вот, может быть, понравится, да, вот, и они будут покупать, может быть, да, вот. Ну, вообще, вот, поговаривают, что такого, да, вот, у предыдущего хозяина, фермера, не было, да, вот. Он в основном животными занимался, да, вот, а тепличные товары не выращивал. Тепличные продукты, вернее. Так. Так, давайте-ка. Аккуратненько подъедем сейчас. Так. Мячик забрать, не забрать, не знаю. Ну, 259 долларов, да, вот, за 6 поддонов. Ну, неплохо, в принципе. Ну, давайте-ка посмотрим, сколько будет у нас также стоить помидоры. Вот куда летит? У меня же главная дорога. Тем более я нахожусь у него справа. Тут здесь как-то не поймешь, где полиция. Вообще не видать, надо... шерифу пожаловаться на этих лихачей. Ну, меня все-таки вот это не оставляет в покое, и это вот объявление по поводу вот, вот этих вот игрушек. Неужели прям настолько так сильно ценятся эти игрушки, да, вот, что вот, готовы за каждую отдавать по 1000 долларов, да, вот. То есть надо вот тоже вот у людей поспрашивать, посмотреть, да, вот, может быть. Хотя люди, наверное, они уже и сами, вот, кто находит, наверное, это, сразу же, наверное, это обращаются по объявлению. Ну, сами поймите, 1000 долларов это в кармане не валяется, да, вот. В кармане, говорю, на дороге не валяется, немножко оговорился. Вот. Итак, давайте-ка сейчас
Наверное, сейчас мы будем продавать помидоры, да, вот. Их тоже у нас вот много. Так, интересно, такой вот прицеп мне предложили, да, вот в магазине, ребята. Так. Давайте вот так вот, наверное, встанем, да, вот. Так. Ну и давайте-ка будем это дело все загружать. Ну вот помидоры, в отличие от салатов, да, вот они вот полностью уместились. Вот здесь вот 20 поддонов, я думал 16 почему-то, 20 поддонов. И здесь вот у нас 25 поддонов. Так, и у нас потом остаются салаты. Вот опять начала клубника появляться, да? Ну, неплохо, быстро собирается, да? Так, салатов у нас 6. И тут 6. Ну, так, 3, 3, 6. 6 поддонов, да? Ну, в принципе, если что. Их как-то вот побольше, что ли. Если что, мы их тоже, конечно же, заберем, да, вот. Так, сейчас надо будет посмотреть. Так, где можем вообще вот продавать. Так, закрыли. Помидоры, да? Так, помидоры, 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 овощи. Так. Дороже всего стоят они в продуктовом рынке, да, вот, вот. Но вот дорожает, цена поднимается вот это в Джонстон Маркете. Так, да, ну давайте-ка, наверное, поедем. Ой, то есть не в Джонстон Маркете, а в закусочный повышается. Поедем, конечно же, в продуктовый рынок. Пометить место и посмотрим-ка. Ну, помидоры тоже самый максимальный пик цены, да, вот, идет опять-таки на февраль. Ладно, так, поехали на закусочную, да, вот в закусочную. Так, не пометил вроде бы. Ну, это тут, по-моему, недалеко находится, да, вот. Сейчас посмотрим, сколько выручим мы вот помидоров. Так, а вот оно недалеко. Можно было бы так вот ящиками отнести, да, вот и все. Вот. Так. Ну, я думаю, в принципе, местные довольны, да, вот. Так. Так, сейчас у нас тут 5 поддонов, да, вот. Так. Давайте-ка, как приличные люди, подъедем, да, вот. Так, откроем. Ох уж, не люблю я вот эти маневры, особенно с вот этим прицепом. Так, 261. Так, еще 200. Так. 11 640, то есть по 254 за один поддон, да, вот 254
Ну, помножить на 25, можно будет спокойно вычислить, да, вот сколько приносит нам, принесло в общей сложности помидоры. Ну, их вот, конечно же, немножко поменьше, да, вот, но они вот, как вы видите, дороже стоят, чем клубника. Вот. Ну, в принципе... Так, было у нас вот 9 тысяч, да, вот, сейчас вот 11 тысяч, да, вот, то есть вот, смотрите-ка, это вот, так, подождите-ка, мы еще не продали салат, да, вот, сейчас мы еще и салат продадим, обязательно, да, вот, так, ну, салат мы уже тут просто на автомобиле отвезем, да, так, так. Так. Так, 6 поддонов, да, вот надо вот как-нибудь сейчас уместить. Они вот, смотрю, вот побольше, чем помидоры с клубникой. Я имею в виду сами поддоны, конечно же, так. Ну, я думаю, вот как раз вот по 3 ряда вот можно будет уместить. Так. Ну, в принципе, знаете, что я думаю, вот эта вот идея, да, вот с тепличными товарами, да, вот, оправдала свои ожидания. Ну, конечно же, да, я не спорю, не так вот много сразу принесет там, допустим, это сразу на трактор, да, вот не накопишь. Но, по крайней мере, знаете, вот на поддержку штанов, да, вот нам хватит. Это... Чтобы, допустим, много-премного выращивать, да, вот, это надо будет вообще вот очень много, да, вот. Так. Так вот поставим. Целую плантацию теплиц поставить и кидать себе в свое удовольствие, да, вот. В общем-то. Так. Ну, в общем-то, ну ладно, так вот мы ремнями все равно свяжем, да, вот, и это будет нормальненько. Так. Не, ну мне от у салатов упаковка нравится, такая красивая, зеленая, приятная, да, вот. Так, так, во, классненько, так. Так, привязываем все это дело, закрываем бортик и посмотрим, давайте-ка, салат. Салат у нас дороже всего стоит на продуктовом рынке, где мы были, да, вот 1102. Один поддон у нас сколько там вмещает в одном поддоне? 3200, да? Ну, в принципе, я думаю, неплохо выручим, я думаю, за салат. Так, выезжаем. Так, продуктовый... Так, подождите-ка. Да, мы туда же ездили, да? Вот продуктовый рынок. А, мы в... Так, подождите-ка. Закусочный. Закусочный еще дороже стоит. Смотрите-ка, 1024. Пометить место. Так, закусочная. Где у нас закусочная? А, вон она. Закусочная еще ближе, да? Вот это можно было тоже вот вообще вот... Чтоб пришли сами и забрали. Ну давайте-ка посмотрим. Так. Сегодня в закусочной будет салат из салатов, да, вот.
819 600. Ну, неплохо, да, вот смотрите-ка. Ну, в общем-то, мы вот в общей сложности, да, вот за один день выручили из 6 теплиц около 3-4 тысяч. Можно смело сказать, около 4 тысяч, да, вот. То есть было 9 тысяч у нас, стало почти 13 тысяч. Вот. Ну, что я скажу? Неплохо в день иметь вот, так сказать, 3-4 тысячи, да, вот. Это тоже вот на дороге не валяется, да, вот. Но немножко, конечно, да, не спорю, потрудиться надо будет. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пока мы прощаемся с вами. Вот. Завтра будем, наверное, заниматься нашим полем, да, вот. И у меня, конечно, есть еще одна неплохая идея, вот, занять вот этот вот... вот этот вот участочек небольшой. Ну, это, я думаю, мы сделаем, когда, наверное, еще разочек съездим, да, вот, продадим тепличных товаров. Ну, я вот, как вы догадались, наверное, здесь вот я вот хочу немножечко огородить, вот, да, вот, заборчиком. И это, завести курочек, вот, которые вот несут яйца, да, вот. Яйца, между прочим, тоже имеют вот... Так, яйца, где яйца? Так, вот яйца. Яйца вообще в неплохую цену, да, вот смотрите-ка вот. То есть вот, ну и все равно сейчас вот колебания цен, если посмотреть. Сейчас цены, конечно, в самый пик, вот в ноябре вот. А, в ноябре вот самый пик будут, да, вот в цене, цены. То есть нужно вот... То есть идею мне вот предложили, короче, тоже вот яйца, это вот, как говорится, тоже и самому будет чем питаться, и продавать тоже вот так вот. Ну и вот займемся, конечно же, мы, само разумеется, нашим полем, да, вот, которое находится через дорогу. Вот, мы спашем, замульчируем. И, может быть, вполне возможно, уже засеем его, да, вот, как мы хотели, озимой пшеницей, да. Ну что ж, на этом пока завершаем. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забываем ставить лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе из следующих видео. Ну и всем удачи, всем пока-пока.